Зрители, наставники, лучшие вокалисты Московской области и гран-при фестиваля 100 тысяч рублей. На сцене Дворца культуры «Победа» прошел отборочный тур молодежного вокального конкурса «Голос ОК-2017». А предшествовал этому событию кастинг. В оргкомитет фестиваля поступали заявки в виде плюсовых фонограмм. В итоге были выбраны 25 участников возрастной категории от 18 до 35 лет. Ты все поешь, увидев твой дом, где я всегда с тобою вдвоем. На этой стене твой портрет принеся твои. Мне очень понравилось, как вы поете, прям голос лился, и прям про любовь. Прям мне захотелось, чтобы вы меня нарисовали про любовь. Профессиональные музыканты, композиторы и педагоги вокального мастерства. Утвержден состав жюри из 4 человек: Полина Ростова, Екатерина Черноусова, Алексей Шачнев и Зоя Кузнецова. Отборочный тур по традиции проходил в режиме слепых прослушиваний. Если к участнику поворачиваются сразу несколько наставников, выбор, в чьей команде продолжить участие, остается за вокалистом. Валентина, я так и подумала, что у вас, наверное, какие-то актерские опыты были с вашей жизнью, потому что очень вы прям понимаете, о чем вы поете, и прям вот вы меня туда прям в душу все это пели. Наверное, Катерине тоже, я думаю, что всему залу. Пора сделать свой выбор. Полина Ростова, Екатерина Черноусова. Кто же? Екатерина Черноусова, аплодисменты! В ходе отборочного тура было определено 17 претендентов на звание лучшего вокалиста и приз в 100 тысяч рублей. Финал конкурса «Голос ОК-2017» состоится 24 ноября во Дворце культуры имени Воровского. Екатерина Алфимова, Алексей Гущин для программы «Городские вести».